Не наслушался бы я BBC, ненавиделся бы я CNN, жил спокойно бы сейчас в СНГ и закончил бы уже ПТУ и работал бы себе в АХЧ и в какой-нибудь вступил ЖСК, вечерами бы смотрел КВН и ходил бы за отгул в ДНД, по субботам брал пивка с ДДТ, после драки попадал в КПЗ. Все ж родное МВД с КГБ, это вам не ФБР, СРУ, а служил бы я свое в ВВС, оттаскал бы пару лет АКМ, полечился бы наконец в ЛТП от привычки потреблять ГСМ. Но покинул я родной СНГ и сижу теперь в таком ДРМ. Все это мебели, кровать, ДСП, да и так, как оказалось, БУ. А ведь кто-то там купил GVC, а другие IBM с VGA. Разъезжают подлецы в BMW и работают поди в ЛТД. Эх, достать бы на денек БТР, да принять для куражу ЛСД. Я разнес бы все к таким ЕБН, позавидует сама ОБ.